Okay, danke. Sir Lavatier, India Victor low pass and after landing to south. Делаем сейчас короткий низкий проход, потому что хочется нам... Ну, во-первых, надо просто с трактором этим разобраться, чтобы он нам освободил полосу. Оп! Я показываю, что... Вот он сейчас отъедет. Сейчас выпускаю. Есть. Закрылок на 6. Воздушные тормоза и по крутой коробочке. Блин. Скорость есть. Ага. Не, ну а как? Максимально короткая запятая. Мы на торце полосы. Трактор спрятался. Теперь главное нам не сбить Данилу нашего. Закрылок на лендинг. О! Анечка! О! Умничка! Юху! Шикардос. Хефе, тормозите. Тормози, хефе. Зачем? Тормоза придумали трусы. Да? Да. А? Куда я поехал? Я еще развернусь на следующей улице. Циркуль делает, да? Да, ну как, только. Циркуль безопасный. Оп, и все, мы готовы взлетать еще разочек. Фу. Ну что ж, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, такой получился случайно маленький ролик. Называется, назовем его... пугнуть трактор. Ну, надо было освободить. С трактором связи нету. Хотя, по идее, конечно, он на радиочастоте должен был быть. И лучший способ показать, что мы хотим приземляться, это пройти низко на высокой скорости. Дальше трактор подвинулся. Ну и плюс нас еще снимали. И да, и дальше за счет энергии, накопленной скорости, мы набрали высоту. И я спокойненько зашел на посадку. Получилось, ну, по крайней мере, красиво. Способность приземляться разными способами достаточно технично позволяет при действительно нештатной ситуации. Ну, например, здесь у меня был отказ двигателя. Оп! И мотор встал. Ну, Шура, готовься. К взлету, к посадке. Действительно выполнить посадку, то есть ты не по стандартному какому-то сценарию заученному многократно делаешь, а каждый раз какой-то изюминкой. И в этом случае это дает некое поле возможностей. Вы не знаете, когда вам возможность использовать для посадки разнообразные способы пригодится. Прилетели! Вот такая вот. Лучше, конечно, что... господа, повышать свою квалификацию. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.